Существует много женских специальностей, одной из которых является профессия «воспитатель детского сада». Это почетная профессия, требующая энергии, самоотдачи, искренней любви к детям и своей работе. Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – это профессия, которая подходит активным и доброжелательным людям. Именно таким человеком и является педагог-логопед МБДУ номер 14, занявшая второе место в ежегодном конкурсе «Воспитатель года Адыгеи» Татьяна Улатова. Татьяна, давайте начнем с самого начала. Откуда вы родом, где вы учились? И как выбрали эту профессию? Ну, вообще, я родилась в Челябинской области. Училась в Армавирском педагогическом университете. Ну, выбрала профессию, наверное, даже случайно. Перешла, просто подала документы. Даже не думала, что когда-то буду работать логопедом. Да. И, ну, втянулась, понравилось. Вначале я работала воспитателем. У меня педагогический стаж уже 11 лет. Из них 7-й год я работаю логопедом. А как вы переехали именно сюда, в Нетерково? Ой, ну я была совсем маленькая еще. Вы с семьей, да, переехали? Да, в третьем классе мы переехали сюда, в Нетерково. И, ну, и здесь остались жить. Ну, вот почему именно воспитатель, логопед? Выбор, наверное, другой был, но на тот момент я с детства любила играть с детьми. Своих младших сестер всегда заставляла играть с собой в школу, что-то их учить. Ну, видимо, это тоже сподвигло, сыграло свою роль в выборе моей профессии. Ну, о чем я не жалею, конечно. Угу. Воспитатель и логопед. Где-то они вроде бы похожи, но почему вы из воспитателя перешли к логопеду? Как произошел этот процесс перехода? Ну, вообще, я же поступила изначально на логопеда, но работала воспитателем, потому что я училась на заочном отделении. И логопедом можно было устроиться на работу только с 4 курса. Угу. Когда я закончила 4 курс, меня перевели на логопеда. И уже все, осталось так работать. А с какого года вы работаете здесь, в Нетерково? Ой, 11 лет назад начала работать. Угу. 2000... Первое место вашей работы, получается, да? Да. Ну и как вам, помните ваши первые дни, первый год, несомненно, вы молодая, без опыта работы. Каково вам было первое? Да, помню. Первый день я пришла, я была на трехлетках. Это было, конечно, очень тяжело, когда дети маленькие, еще некоторые начинают плакать. Но спасибо всем педагогам, руководству, они все помогали, поддерживали. Потом через какое-то время я перешла резко на старшую группу. Тоже был скачок такой из маленьких детей в старшую группу, где уже занятия более серьезные. Также спасибо большое, все меня поддерживали, очень многому научили. А в чем заключается ваша работа логопеда непосредственно? Как происходит ваш рабочий день? Ну, работа моя заключается в развитии речи детей. День мой проходит так, индивидуальные занятия. Набираю себе группу из... В этом году у меня 7 воспитанников. И на каждого ребенка распределяю время от 10 до 15 минут занятий. 3 раза в неделю один ребенок обязательно проходит на индивидуальные занятия. А с какого возраста? Ну, так как у нас всего здесь полставки, поэтому только старшая группа, то есть те, которые идут в школу, тем, которым наиболее требуется помощь логопеда. Вы не жалеете о выборе этой профессии? Ну, иногда бывает, но вообще нет, конечно. Мне нравится моя работа, мне нравится приносить пользу, большую пользу детям. Тем более это в современном мире очень актуально, так как деток очень много с речевыми нарушениями. Поэтому нет, не жалею. Расскажите нам, пожалуйста, про конкурс, в котором вы участвовали, как вы приняли решение принимать в нем участие, про какие там этапы были и какие сложности. Ну, на муниципальный уровень мы проводили местный конкурс в детском саду. Ну, и кто из педагогов более набрал баллов выше, выдвинули на муниципалитет. Было, конечно, очень волнительно. Было сложно для меня все, потому что я не совсем публичный человек, и когда выступаешь, на тебя все смотрят, для меня это, ну, такой небольшой стресс, наверное. Вот. Ну, прошло как бы все хорошо. Я была очень довольна, потому что
меня поддерживал коллектив мой. А на республиканском уровне, конечно, было все неожиданно. Он очень прошел быстро. Если на муниципальном тянулось несколько недель, то на республиканском и в последний момент даже несколько испытаний были изменены. Вот. Но прошло тоже все хорошо. Единственное, что было сложно, когда два испытания проходили в один день. Угу. Сначала одно, час-полтора перерыв и другое. Но так все было добродушно, все члены жюри такие все приятные. Когда выходишь, волнуешься, потом смотришь на их улыбки, волнение проходит, и все очень хорошо прошло. Расскажите непосредственно про сами испытания, конкретно про каждое из них. Ну, на заочном этапе конкурса надо было сделать видеоролик о своей работе и записать занятия с детьми, с нашими, так как карантин, мы не показывали занятия. И, естественно, к занятию самоанализ. И по итогам этого тура в очный тур прошли 7 человек. Вот, и вошла туда и я. Второй очный тур было 2 педагогических испытания. Это моя педагогическая находка. Мы делились именно, что мы больше всего используем в своей работе. Не то, что больше всего, какое-то новшество, которое не использовали раньше. И второе испытание было мастер-класс. Вот. После второго очного испытания нас вышло 3 человека, где уже был ток-шоу «Профессиональный разговор». Вот вы говорили, что даже в моменте самого уже соревнования, конкурса, менялись испытания. Какие там поменялись? И в связи с чем они поменялись? Ну, вот, допустим, педагогическое мероприятие с детьми, мы должны были его показывать, да, как очно. Но так как карантин, в детские сады не пускают, нам надо было отснять в короткие сроки уже здесь, в нашем саду, с нашими детьми и отправить. И, естественно, какое-то одно испытание из очного тура, я уже даже не вспомню, какое, убрали. Uh-huh. Ну, в связи с этим. А, еще смотрели интернет-портфолио на сайте детского сада нашего. Uh-huh. А кто вам помогал в подготовке конкурса? Ну, морально все. Да, ну, конечно, там речь какую-то проверяли, все, старший воспитатель, заведующая тоже помогали очень. А вот ваши соперники, и среди них кто-то был еще логопед, как и вы, или только одни воспитатели? Нет, психолог был, и, по-моему, одни воспитатели. Да, психолог точно был, запомнила. Вам это как-то не мешало или не было какого-то напряжения из-за того, что вы не... Хотя вы и работали воспитателем, но все-таки там большинство воспитателей, а вы непосредственно логопед. Это сыграло какую-нибудь роль? Нет. Все конкурсантки очень такие веселые, добродушные, мы много наобщались, поделились своим опытом с друг другом, перехватили что-то интересное друг у друга. Ну, то есть очень полезный конкурс. А по возрасту, как возрастная категория какая была соперников? Ну, разная. Прям разная. Там даже были. И с опытом, и без. И без опыта, да, там и 2 года опыта были, и больше там 20 лет. Разные. Вы ожидали, что получите призовое место? Нет. Нет, конечно, вообще не ожидала. Когда сообщили с нашего Кашхабльского района, когда я заняла 2-е место здесь, вот, я, конечно, удивилась. Ну, я испугалась даже, потому что надо было ехать на Майкоп. А когда уже после заочного тура в Майкопе сообщили, что я выхожу в 2-е очное испытание, конечно, я удивилась, даже обрадовалась, вот. И когда я вошла в 3-ку, было страшно и радостно, все вместе. А если бы вам предложили еще раз принять участие, вы бы согласились? Пока нет. Нет? Нет. Передышку, да? Да. Ну и напоследок, планы ваши на будущее какие? Ну, также работать. Не хочу менять свою работу, мне она очень нравится. Также буду приносить пользу деткам. И ваш совет будущим коллегам, какой вы можете дать совет? Любите свою работу и ходите на нее с удовольствием. А дети — это же радость, и на радость она нам приносит. И еще девиз, может, у вас есть по жизни, которого вы придерживаетесь и который вам помогает? Ну да, учитель остается учителем до тех пор, пока учится сам. Все мы должны учиться, потому что разная эпоха, разные другие дети совершенно.
И мы учимся, и у детей учимся, и дети, естественно, учатся тоже у нас. Для участия в конкурсе Татьяна подготовила видеоролик, в котором рассказывает о своей работе. Я не врач, я не геолог, но сожалений горьких нет. Я логопед, коррекционник, всем шлю привет. Я с дошколятами работаю, им развиваю слух и речь. Считаю главной заботой здоровье детское беречь. Все Нади, Вани, Вити должны заговорить. И от меня зависит, быть этому или не быть. Душа болит за каждого, всем хочется помочь. Не раз вопрос, что делать, преследовал всю ночь. Идешь порой с сумкой, а язычок грибком. Или лошадкой цокает, или губы хоботком. Вдруг затрещит моторчиком, раз несколько подряд. И ловишь настороженных, идущих мимо взгляд. Так день за днем, то вверх, то вниз, летает язычок. Работать так настойчиво из вас не каждый б смог. Волнует меня артикуляция, словарь запасный. А затем нам так важна координация и развлечение фонем. Порой столкнешься с трудностью поставить вредный звук, но вскоре все получится, и радуешься вдруг. И появились звуки, появятся и слоги, а там уже слова пойдут по правильной дороге. И я без ложной скромности, признаюсь, без затей. Какое счастье, если слышу я речь полноценную детей. Для того, чтобы привлечь интерес детей к коррекционной деятельности, в своей работе я использую информационно-коммуникативные технологии, разрабатываю игры для автоматизации и дифференциации звуков, развития лексико-грамматической стороны речи. Такие игры ребятам очень нравятся. Конечно же, моя работа не будет эффективна, если в ней не будут принимать участие родители. А во время самоизоляции, связанной с COVID-19, на плечи мамы пап легла большая работа. Репка. Репка. Сирень. Сирень. Огурец. Огурец. Береза. Береза. Ореха. Веревка. Сережки. Сережки. Орех. Орех. Деревья. Деревья. Турист. Один огурец, два огурца, три огурца, четыре огурца, пять огурцов. Одна веревка, две веревки, три веревки, четыре веревки, пять веревок. Один орех, два ореха, три ореха, четыре ореха, пять орехов. Ау, ау. Ау, ау, ау. Ол, ол, ол. Ол, ол, ол. Ул, ул, ул. Ул, ул, ул. Ил, ил, ил. Ил, ил, ил. Ел. Ел. Ёл. Ёл. Ил. Ил. Ял. Ял. Бал. Бал. Вал. 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 Дал. Дал. Зал. Зал. Гул. Гул. Кол. Кол. Мёл. Мёл. Сел. Сел. И, конечно, большую помощь в моей работе оказывают специалисты и воспитатели, закрепляют полученные результаты. А затем мы все вместе демонстрируем красивую речь на мероприятиях в нашем детском саду. Моя работа доставляет большое удовольствие, особенно видя радостные глаза детей. Натюк Чмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабинского района.